Всем доброго времени суток, с вами Лафонтен, и мы продолжаем проходить эту замечательную игру «Корсары. Каждому свое». Как вы помните, в прошлой серии мы выполняли задания Яна Свенсона на шахтах, мы помогали ему зачищать этот рудник, в результате чего мы получили 2000 центнеров серебра, и затем продали их на Ямайке, и за что мы получили почти 1 200 000 песо. Это просто огроменная сумма за такое простое, как мне кажется, задание. Затем мы поговорили еще раз с Яном Свенсоном. Он нас отправил в контору к Альберту Локсли, если я не ошибаюсь. Это адвокат, который поможет нам в доказательстве прав Эллен на остров Исла Тессора. Надеюсь, мы успеем выполнить этот квест. Но сейчас же мы разыскиваем деньги, чтобы оплатить услуги адвоката, и нам Ян Свенсон дал некую наводку на какого-то, не знаю, кем он приходился, это, ну, скажем так, на бывшего друга Яна Свенсона, который украл у него груз Бакаута. За это мы его убили, данного капитана, отомстили, так сказать, забрали этот груз к себе, и мы должны продать его некому голландскому продавцу, который ждет нас в неком месте. Это место я нашел, правда, мне пришлось перезагрузиться и захватить самого Поля Маллигана поближе к Барбадосу или поближе к Кюрасау, чтобы потом успеть за неделю доплыть до назначенного места. Поэтому я советую вам тоже так же сделать, то есть не атаковать этого Поля Маллигана около Мейна, а подождать, пока он доплывет до Барбадоса, например, или поближе к этому месту. Но главное там тоже не просрочить, потому что вам дано, по-моему, 15 дней всего на это. И тогда вам нужно, ну, дней 10-12 за ним плыть, потом уже атаковать, чтобы потом подплыть к самому месту, которое назначено поближе. Но это место вы узнаете немного попозже, а перед этим мы поговорим с самим продавцом. Вот он тут стоит на тяжелом галеоне. Поэтому высылаем к нему шлюпку. Шлюпки на воду! Вот он, его корабль. Так, и вот он сам капитан. Как вы видите, такой богато одетый дворянин. Скорее всего, это довольно-таки зажиточный купец, наверное. Ну, если он купец, конечно. А где Моллиган? Он что, не соизволил сам ко мне явиться? Наш бедолага Поль лежит с приступом лихорадки, ему сейчас не до торговли, я за него. А ты сам-то кто? Какая тебе разница, с кем иметь дело? Я привез бакаут на продажу, сколько ты за него заплатишь? Согласно уговору, по 40 золотых на штуку. Приятель, мы так договаривались с Моллиганом, это хорошая цена, выше ты не получишь, так что не надо здесь вести себя как в купеческой лавке, сколько у тебя бакаута? 100 штук. Отлично, это даже больше, чем я ожидал. Вот, держи золото. Если разживешься еще бакаутом, приходи в таверну Синт-Мартина и поговорим. Сам понимаешь, с кем. Он сведет тебя со мной. Вижу, с тобой можно вести дела и получше, чем с этим недоноском Моллиганом. Хорошо, считай, что мы договорились. Вот, мы его убедили, что товар у нас, что с Моллиганом там какая-то лихорадка с ним случилась. Ну, он ничего не пронюхал, я думаю, у них отношения были тоже не очень, поэтому он согласился с нами торговаться и даже дал нам наводку на Филипсбург, который находится на Синт-Мартине, то есть мы должны прийти туда в таверну, и потом мы сможем продавать нашему теперь уже знакомому груз бакаута по хорошим ценам, я так полагаю. Ну что ж, теперь можно отправляться обратно. Так, вот он наш Ост-Индиец, и теперь нам надо уплывать отсюда. Так, ладно, давайте же выйдем на карту, сохранимся сначала, и вы увидите, какое место нужно доплыть, до которого нужно доплыть. Вот оно, данное место, прямо на самом краю карты, почти вот в этом кругляшке, в этом круге граничащем, вот около Гриндат и Табага. Приплывайте сюда и смело выходите. Ну а за нами, как обычно, все уже гонятся. Главное не попасться к ним на близкое расстояние и уплыть от них подальше. Потому что я с ними вот сегодня точно не намерен тоже опять же воевать. У меня всего 2 корабля, и к тому же на них не полная команда. Да и вообще я не хочу с ними сражаться. Ничего интересного я там, наверное, не найду.
Потом когда-нибудь во фриплее мы попробуем кого-нибудь завалить или захватить. Без разницы. Так, ну что ж. Ну, на самом деле, я не знаю, куда сейчас плыть. Либо нанимаю к адвокату. Вообще, у нас есть деньги теперь. Либо плыть к Яну Свенсену. Я не знаю, сейчас. Я продал бокал таинственному покупателю, голландцу Михаэлю Розенкрафту. Цена составила 40 дублонов за штуку. Весьма недурственно. Всего я выручил от сделки 4000 дублонов. 1500 дублонов я отложу для адвоката. Остаток поделим с Яном пополам. Каждому по 1250. Кроме того, если я еще добуду бокаут, я смогу сбыть эту ценную древесину Михаэлю Розенкрафту, договорившись через его человека в таверне Филипсбурга. Это находится в голландском поселении. И поэтому это очень-очень удобно для французов. Вот. Ну, я думаю, давайте заглянем сначала в Порт-Ройль. Сейчас уже 1 ноября сейчас будет. Нет, 31 октября. В общем, уже... Блин, а, ну чё ж. То-ё, и этот, блин, рядом, как водоворот такой. Это очень плохо. Ладно, придется тогда ждать, пока пройдет шторм. Сейчас посмотрим. А, я забыл одеть этот амулет, кстати, классный, который нам подарила Мэри, который защищает от какой-то... В каком-то... Да, уменьшает урон парусам и корпусу шторм. То есть он снижает урон, наносимый штормом. Поэтому я его экипирую пока что. Да, теперь можем отплывать. И обратно я одену свой амулет. Тот, который уменьшает количество потребляемого провианта на четверть. И он мне пока что нужнее. Вот он, 1 ноября уже. 86 тысяч надо отдать команде. Что, в принципе-то, много, достаточно. Так, все, 9 часов, отлично. Все очнулись, город проснулся, и мы можем доплыть и постучаться в контору к адвокату. Так, вот мы уже... Ага, мы даже, наверное, перегружены, похоже. Нифига себе, 548 из 250. Наше дело быть начеку. Понятно, ну ладно. Придется пока что идти так. Ну, конечно, 4000 дублонов, каждый весит по 0,1 фунта. Получается примерно 400. Понятное дело, что мы перегружены. Так, подходим к нашему Альберту. Да, вот, подходим, и он соглашается взять их. А вот и вы, сэр, я ознакомился с материалами, так что теперь дело за авансом. Принесли деньги? Да, принес, вот ваши дублоны. Очень хорошо, я готов вести ваше дело и представлять интересы в суде. Теперь конкретика. Я хорошо поработал в архиве и пообщался с важными людьми. Дело о наследстве Шарпа обещает быть непростым. Хорошо, что вам удалось найти обе половинки карты, но этого может быть недостаточно. После того, как стало ясно, что Тортуга Англии не по зубам, у полковника Дойля большие планы на остров Исла-Тессора, как на хорошо укрепленную, естественным образом, будущую военную базу в этом районе. Но согласно законам Англии, при наличии карты у Эллен все права на этот остров. Возможно, вы не в курсе, но к своему завещанию покойный Шарп сделал приписку. Наследник или наследники обязательно должны носить его фамилию. А у вашей девушки, как я понимаю, фамилия другая. МакАртур, вы так сказали? Да, это фамилия ее приемного отца, но Эллен может носить фамилию Шарп, так как является родной дочерью покойной Беатрис Шарп, дочерью Николаса. Прекрасно. Но кто это сможет подтвердить под присягой? Приемные родители Эллен были лично знакомы с Беатрис Шарп? Насколько я понял, нет. Мистер МакАртур считал ее дочерью Глэдис, а Глэдис имела дело только с отцом девочки. Это плохо. Видите ли, в архиве нет даже упоминания о том, что у Беатрис Шарп были прямые наследники. Возможно, что о рождении ребенка нет вообще никакой официальной записи. Эдак любой может назваться внуком Шарпа и претендовать на право носить его фамилию. Но только если у Эллен полная карта Николаса.
Это сильный козырь в ее пользу, и его, возможно, было бы достаточно, не имея местной администрации планов на Исла Тессора. Образец почерка Беатрис Шарп есть в архиве, и в идеале нужен какой-то документ, написанный ее рукой, который бы подтверждал факт рождения дочери, переданной на воспитание этой самой Глэдис... как ее? Чандлер. Глэдис Чандлер, уроженка Бейлиза. Вот именно, есть у вас возможность найти что-либо подобное? Навряд ли. Столько лет прошло, если верить легенде, отцом Эллен мог быть сам капитан Бутчер. Быть может, бывший палач Сент Джонса смог бы что-то сказать по этому поводу. Он был последний, кто видел ее отца. А, это был бы весьма занятный тип. Звали его, помнится, Раймонд Бейкер. Я имел удовольствие с ним общаться. Весьма неглупый и образованный человек. Ну что же, попытайте счастье на Антигуа, а я продолжу изучение архивов. Может быть, что-нибудь да и всплывет. Ну хорошо, так поступим. Давайте карту Шарпа и поторопитесь к Бейкеру. Возможно, с его помощью вы сможете найти какие-то бумаги отца вашей доверительницы. Может, даже обнаружите подтверждение ее родословной. Эх, если бы такое действительно оказалось. Ладно, до встречи, мистер Локсли. Мы отдали предметы, и у нас появилась новая запись в судом журнале. Тени прошлого. Теперь открылась новая ветка в журнале под названием «Тени прошлого». Ну надо же, хитрец Николас, похоже, перехитрил сам себя. Вот будет потеха, если из-за этой дурацкой приписки Эллен останется без наследства, а Шарптаун станет военной базой. Срочно в Сент-Джонс. Раймонд Бейкер – единственная зацепка, которую нам оставил бедняга-висельник. Но мы отдали хотя бы дублону-то? Я думаю, отдали. Блин, все равно 502. А, ну да, мы же должны 450 отдать, черт. Ладно. Ну что ж, сейчас отправляемся в Блювельд. Сначала посмотрю, есть ли здесь свечи опять в продаже. Нам нужно 20 штук, и как вы помните, у нас уже 18. Так, давай, священник. У тебя есть свечи? Да, есть 3 свечи, давайте. Блин, я фиг ее и куплю еще. Черт. Ладно, я думаю, на Антигуа мы купим там. Там, по-моему, есть магазины. Ну, 2 свечи, что их найти в любом поселении можно. В принципе, они по одной хотя бы могут продаваться. Но все равно мы, я думаю, успеем. Ладно. Что-то я не подумал о таком развитии событий. Хорошо. Сохранимся еще раз и выплываем. Так, так, так. И держим курс на Блювельд. Блин, продовольствие осталось на 3 дня. Ну, я думаю, мы успеем. Чушь. Блин, а хотя без разницы, как плыть сразу в Блювельд от того таинственного покупателя Михаэля Розенкрафта, либо плыть на Ямайку, потому что все равно потом... Блин, а! Заплывать придется, черт. Надо перезагрузиться. Надеюсь, мы успеем. Блин, вот сразу же набежало-то сколько пиратов. Раз, два, три. Три пирата. Сейчас еще испанцы вылезут, скорее всего, как обычно. И кинь еще. Блин, вот фигово будет возвращаться-то. Они же все втроем на меня накинутся как. Так, один день остался. Плохо. Ну, ветер, как обычно. Блин, ветер вообще... А, во, наконец-то изменился. Еще пираты. Ну, я и не удивляюсь уже этому. Так. Порт Блювельда. Ну и причаливаем. Ну что ж, теперь держим курс. Ну, не мешай. К самому Яну Свенсону, блин, пешком-то это будет очень долго, конечно. Так, ну я думаю, там надо сохраниться, потому что я думаю, мы будем отдавать корабль Яну Свенсону, так что я не знаю, что будет с Эллен на корабле. Может быть, туда надо посадить другого, конечно, капитана, нашего офицера. Ну ладно, посмотрим, что случится. Я где-то читал, что каких-то офицеров туда, по-моему, нельзя сажать.
Или это я чем-то путаю уже? С каким-то другим, может быть, заданием? Ладно, посмотрим. Ну что ж. Ну, чем порадуешь, дружище? Странно. Блин, аж забыл продать черное дерево и красное. Ладно, ну чё ж там, деньги. Догнал, он украл твой бокаут, а также я вышел на его покупателя. Это какой-то голландский военный капитан. Я продал товар ему. Вот как? Интересно, и сколько голландцы готовы платить за него? 40 дублонов за штуку. Ого! Мои покупатели берут дешевле. А, в общем, теперь у меня есть 1500 золотых для Локсли. Да и сверх того осталось 2500 дублонов. Очень хорошо, тогда поделим их по-братски. Вот, пожалуйста, у меня есть с собой 3700 штук. Хорошо, хорошая работа, Шарль, в который раз убеждаюсь, что с тобой приятно иметь дело. Стараюсь, Ян. У меня к тебе есть предложение. Раз ты сумел найти выгодного покупателя, то я могу продавать тебе бокаут. Мне обычно платили по 30 дублонов за штуку. Если хочешь, покупай у меня его по этой цене. Я лучше продам его тебе, чем кому-либо другому. И сколько ты бокаутом можешь продавать? Ну, я стараюсь не накапливать больших партий, так что та, что была украдена Молли Ганом, исключение. Властям не понравится, если они прознают, что бокаут уходит на сторону. Поэтому давай договоримся так. К каждому 14 и 28 числа месяца я буду собирать на складе по 25 штук бокаута. Если ты хочешь его купить, приноси сразу 750 дублонов и забирай всю партию. Если ты не придешь в указанный день, я продаю ее другому покупателю. Таким образом, ты сможешь в месяц забирать у меня по 50 штук бокаута. Заметано? Заметано, Ян. Так и поступим. Теперь мне пора. Подожди, а корабль-устрицу ты захватил? Да, она стоит на рейде. Я пригнал ее для тебя, как ты просил. Великолепно. Я оснащу ее, как она того заслуживает. А ты сможешь потом брать у меня ее на время, как мы и договорились. Думаю, что уже месяц через два. Хорошо, такой корабль действительно иногда может понадобиться. До встречи, Ян. Так, ну что ж, а что там случилось? А, вот, Эллен высадили, я так понимаю. А, понятно. Блин, ну может быть продать этот черное дерево, красное? Блин, я, конечно же, как-то... Ну, можно попробовать, конечно, сейчас. Чего? Да, лучше продать, конечно. Он мне, блин, даже денег за это не вернул. Я не знаю, чье это дерево, но по праву оно мне принадлежит как компенсация за то, сколько я сражался с этим Моллиганом. Так что давайте в магазин перейдем. Быть начеку. А потом уже снова проговорим и уже пойдем дальше выполнять. Мой магазин к вашим услугам. Так. Так. Блин, оно тут дешево. Конечно, можно, да, кстати, перекинуть на свой корабль, так будет даже легче. Тут оно слишком дешевое. Да, и заодно все лекарства, оружие перекину. Доски, провиант. И людей, кстати, я забыл тогда забрать. Вообще, блин. Так, я думаю, даже порох можно забрать побольше, на всякий случай. Так, и забираем людей. Люди нам еще пригодятся. Ну, я бы еще, конечно, и пушки снял, продал их бы, но я не еврей, не настолько. Хотя, я думаю, потом он бы не поставил их, а может быть, поставил бы. Вряд ли скриптами игры предусмотрено то, что он потом установит новые пушки на них. Хотя, я не знаю, что он понимает под словом оснащение. Возможно, он его просто отремонтирует и все, либо, может быть, трюм прокачает. Я, в общем, не знаю даже. Какие новости по нашему общему делу? Так, ладно, он украл твой бокаут, да, это мы все читали. Я захватил устрицу, забираю ее, и давайте дальше отправляемся. Так, ну что же, опять, блин, перегруз, что ли? Я же ему отдал все дублоны, вроде как. Блин, еще остались. Откуда столько дублонов? А, 1500, то есть мы отдали ему, по-моему, 450, то есть 1050 осталось. И мне 1400, да, это мои дублоны. Там, если вы помните, уже еще в каюте были дублоны какие-то самого этого Моллигана. 150, по-моему, или 200. Не помню уже. Так, зайдем. А провиант у нас на сколько дней?
Так. Два дня надо закупиться. Так, 461. Ну, лекарств нормально. Идем в порт и отправляемся на Антигуа. Отойдите. Вон сколько кораблей уже в бухте стоит. Щебека. Это шхуна, по-моему, или бригантина. Фрегат мой тяжелый. И вот этот ост-индиец. Ост-индец. Торговый большой корабль. Так, перейдем в каюту, чтобы сложить все это добро. Честно заработанное. Где мой сундук? Да, вот мой сундук. И выкладываем 2500 дублонов. Теперь у меня, кстати, блин, забыл посмотреть, сколько. Так, что тут еще? Какая-то карта Каракаса, которая у меня уже есть, видимо. Так, давайте это все тоже сложим. И вроде как да. Ладно, все, выходим теперь на карту. И выйдем на выйдем в море. Так. Что ж, кстати. Ну все, вроде бы сейчас, да, 250. У меня дофигища места в карманах. Ну что ж. Теперь самое время держать курс на Антигуа. Пираты, понятное дело. Выходим обратно, сохранимся и, блин, прошу прощения, еще пираты. Я хочу поскорее выполнить этот квест. Поэтому ни с кем не хочу и не собираюсь связываться. Так-с. Плывем наверх. Угу. Антигуа, так. Ну, я думаю, Гваделупу поплывем и все. Обойдем Гваделупу, и будет все с нами замечательно. 11 ноября. По-моему, осталось 2 месяца. 3 месяца. Ну, еще времени предостаточно, хотя еще много плавать придется. Как мне кажется. Бухта Морло. Ага, вот. Мы уже почти в Антигуа. В Антигуа. На острове Антигуа. Как-то так. Так, порт Сент-Джонса, отлично. Выходим в город. И теперь направляемся в таверну, чтобы узнать, кто такой Рэйчел Бейкер. Наше дело и что он делает здесь, где он находится, или то, что нам скажут, в общем. Так, это цыганка, кстати говоря. Священник, наверное, он там внизу стоит и продает свои товары церковно-приходские. Да, я не ошибся, вот он стоит вот тут в самом конце. Так, ну что ж, привет, мой добрый друг. Так, одна свеча, ладно, чё уж, купим еще. Так, переходим в таверну, потому что в таверне собираются все слухи и... Местные таверщики абсолютно все знают. Подари мне, да, белую еще бусинку. Одну бусинку. Я не знаю, сколько тебе еще нужно, блин. Сказал бы, сколько тебе надо, вот 20 штук, там 30 штук, 40, 100 даже. Сказал бы сразу, сколько тебе бусинок надо, я бы тебе все отдал бусинки. В принципе, я не знаю, почему он так не хочет говорить. На мой счет, так было бы легче. Прекрасная еда, отменные напитки. Так, Шарль де Мор, здравствуйте. У меня пару вопросов, я по другому делу. Я разыскиваю Раймонда Бейкера, бывшего палача. Не знаешь, жив ли он и как мне его найти? Ха, наш толстяк стал популярнее полковника Фокса. Жив он, страдалец, вот только в городе его сейчас нет. После того, как Раймонд узнал, что им интересуются серьезные люди вроде вас, он в спешке продал за бесценок свою лачугу и тютю.
Куда тю-тю? А кто же его знает, завербовался на первое попавшееся судно корабельным врачом, только вот судно это сегодня вернулось, а Бейкера сошедшим на берег никто не видел. Как мне найти капитана? А чего его искать, он же наверняка напился, по обыкновению сидит у себя в каюте. Его корыто называется «Плешивая Мэгги». Каков капитан, такое и название. Спасибо за помощь, дружище. Так, ну давайте в порт и посмотрим, что это за «Плешивая Мэгги». И каков ее капитан. Блин. Так. Возвращаемся обратно. А, вот она, плешивая Мэгги. Не понял. Сфигали. Че это? В смысле? Доплыть нельзя. Ну ё... Че, придется подплывать к нему, что ли? Почему нельзя-то? Че за фигня? Ой, теперь надо ждать, пока он доплывет. Ясненько. Ну уже. Ну ладно, чего, подождем тогда. Мне как-то по ветру, блин, он как раз вот против ветра встал. Нормально он так. Ну, черт, да что за фигня-то постоянно происходит? Придется как-то к нему подплывать другим способом, что ли. Ну, я понял, что причалить, но мне не надо причалить-то. Ладно. Наконец-то можно выслать шлюпку, и мы сразу же перемещаемся на корабль. Где капитан? Подайте мне капитан. Вот. Зачем я вам понадобился? Я не люблю сплетни и азартные игры. Я и ром предпочитаю глушить в одиночестве. К тому же у меня после этого рейса особенно паршивое настроение. А что такого особенного произошло в этом рейсе? Человек мне один хороший доверился, а я пошел на поводу у команды и выкинул его за борт. Но не то чтобы выкинул, все же старый баркас и запас продовольствия оставляют ему шансы, но признаться небольшие. К чему же он провинился, этот бедолага? Я тут недавно и мало с кем знаком, но я нанял этого добродушного толстяка корабельным врачом, ничего не зная о его прошлом. Когда мы возвращались домой от самого Барбадоса, у нас на хвосте повисли пираты. Зачем им вдруг понадобилась моя лоханка? Еле-еле оторвались благодаря шторму. Ну, выпили на радостях по такому случаю. Так вот, этот дурень ничего лучше не придумал, как заявить при всех, что гнали, скорее всего, за ним, так как он бывший палач, чего-то там знает лишнего. Ну, ясен пень, матросы взвились. Как это так? Палач на борту, да еще в качестве врача. Да и с пиратами дело никто иметь не хочет. Ну и пришлось мне высадить его бедолагу. Сам виноват, болтать нужно меньше. Но на душе все равно тошно. Жалко этого увольня, да и врач он от бога. Мне вот похмелье как рукой снял. Черт подери, его звали Рамен Бейкер, этого вашего врача? Да, именно так. А вы откуда знаете? И уж не ли... уж не вы ли гнались за мной? Нет, не я. Мне просто очень нужен этот человек. Второго такого лекаря днем с огнем не сыскать. Где вы его высадили? Я его высадил в районе 15 градусов 28 северной широты и 63 градусов 28 минут западной долготы. Торопитесь, сударь, он должен быть еще жив. Если вы его спасете, вы снимете грех с моей души. Уже поднимаю якоря. Ну, я знаю, где это примерно. Это примерно у берегов Доминики. И поэтому, я думаю, нам не придется использовать наши амулеты и наши приборы. Но, как вы понимаете, здесь ограниченное количество дней, и нам, наверное, за неделю надо успеть доплыть. Ну, либо за 5 дней. Вот она, Доминика, на самом-то деле, не очень-то и далеко. Какие-то пираты опять. Черт бы их всех побрал.
Ну, я думаю, скорее всего, у нас 5 дней. Вот. Так что нам нужно искать этого Бейкера где-то здесь. Ну, давайте до... Блин, да чё доплыть-то до... ни до чего нельзя-то? А, странно, где он вообще может быть? Чертовщина. Ладно, надо тогда перезагрузиться, блин. Не знал, что, что нельзя будет выйти на карту. Тогда надо реально подплыть как можно больше. Ближе, я думаю, можно будет доплыть. Так. О. Я могу покупать у Яна Свенсона партии бокаутов 25 единиц. Понятно. Тени прошлого. Нужно торопиться. 15 градусов 28 минут северной широты. И 63 градуса западной долготы. Хорошо. 15-28, я думаю, мы поэтому доплывем по этим координатам. Семнадцать ровно. 16:40. 16:12, 16:10, 16:15:40. И вот где-то здесь он должен быть. Упс. Вот тут где-то он должен быть, по идее. Да, вот он, этот баркас. Вон он там находится, он без названия. И именно там находится Бейкер. Вот, смотрите, севернее меня находится сама Доминика, и нам надо встать немного на запад. Ну, то есть, западнее Доминики вы должны подплыть. Я думаю, мы сейчас быстренько доплывем. Да, придется, опять же, делать это с помощью доплытия. Что ж, ну ладно. Я даже не вижу, где он находится. Видимо, слишком далеко. Парень, ты где? Так, так, так. Что-то я видел, тут появилось. Так, ну чё ж. А, вон он. Я его пропускаю. Вот она, такая маленькая шлюпка. Да, ну я не пропустил, я, наверное... специально на ветер как-то вышел. Так, давайте. Сейчас, на быстрой скорости мы к нему подплывем, будет все замечательно. Главное его опять же не раздавить. Как вы видите, мы успели, наверное, за 5 или за 7 дней. Я не знаю, какое тут ограничение, но оно тут явно стоит. Так, ну что ж, спускаем паруса и высылаем шлюпку. Или что? Что с ним делать-то? Ну, я думаю, к нему поближе надо подплыть, чтобы забрать. Я не знаю. Давайте посмотрим, что будет. Ну, что с тобой делать? Да, вот, Раймонд Бейкер поднялся на борт. Новая запись в судовом журнале. То есть, вам просто надо подплыть к нему. Мне удалось отыскать баркас Бейкера. Беднягу подняли на борт, дали горячего питья с ромом и отвели в мою каюту. Думаю, он уже вполне готов к беседе со мной. Что ж, я тоже в этом уверен. И теперь мы можем поговорить с ним. Вот он, наш Бейкер. Довольно-таки странная у него моделька. Но он слишком толстый и слишком низкий. Ну ладно, я людей по этим качествам не сужу. К тому же, как говорят, он хороший, прекрасный врач. Благодарю вас, капитан. Даже не знаю, что бы я без вас делал. Зато я знаю, умерли бы с голоду или оказались в желудке дикарей с Доминики. Но у вас есть шанс оплатить мое добро. Чем могу служить, капитан? Меня интересует один человек. Он наш общий знакомый, так скажем. Причем, как он был знаком вам очень близко. Я говорю о капитане Бучере. Да, о том самом, которого вы повесили 20 лет назад. Господи, да что же вы так побледнели? Глоток рома? Вы от него... Что за чушь? Как я могу быть от него, если он давно уже мертв? Меня интересует не сколько сам Бучер, столько то, что могло остаться после него. Какие-нибудь письма, документы. Может быть, что-то было в карманах его камзола. Постойте, я что-то не понял. Вы что, считаете, что Бучер жив? Вы же сами казнили его. Фу, вы ничего не знаете. Значит, вы не от Бучера. Я уж было подумал. Так, так, становится все занятней. Значит...
Генри недаром боялся Бучера, и недаром его удар прикончил. Получается, Бучер жив. Это так, капитан, они ищут меня. Реймонд, мне вас представляли как неглупого человека, не нужно со мной хитрить. Как бы ни угрожали вам, под моей защитой вы в безопасности. Расскажите мне все, что вы знаете, а я подумаю, как вам помочь. Возможно, у нас общие враги, и мне не придется делать зла или этого вам специально. Начнем с Бучера. Он жив, только зовут его теперь иначе. В ночь казни ко мне пришли его люди, Джекман и еще один странным прозвищем. Кажется, утопленник? Висельник. Генри Висельник. Точно. Они предложили мне умереть в муках, если я не спасу их капитана, но мне пришлось инсценировать казнь при помощи приспособления, которое я разработал от нечего делать. Такая конструкция из ремней и зажимов, равномерно распределяющая вес тела. Достаточно прицепить его сзади к незаметному крюку в петле, и дело сделано. Главное, чтобы покойник вел себя правдоподобно. Нужно сказать, что Лоуренс оказался способным учеником и сделал все правильно, только мочиться отказался наотрез, потому что, видите ли, вы назвали Бучера Лоуренсом? Это его настоящее имя, я же говорю, что его теперь зовут по-другому. Лоуренс Белтроп. С тех пор, как он появился на Карибах год назад, я места себе не нахожу, А уж когда узнал, что меня ищут какие-то угрюмые люди, совсем потерял голову от страха. Я же и признание написал для властей. Ношу, вот, постоянно с собой, а отдать боюсь. Вдруг решат, что я был добровольным помощником. Я вас умоляю, оставьте меня в своей команде. Ей-богу, я отличный врач и могу быть вам полезен. Хорошо, что насчет личных вещей Бучера Белтропа? Он случайно не родственник Томаса Белтропа? Я не знаю. Собственно, от Белтропа у меня ничего особо нет, но я вам отдам все, что есть, и делайте с этим, что хотите. У меня в саквояже есть все бумаги, которые так или иначе касались этого дела. Я все сохранил на всякий случай, и теперь ношу с собой. Вот, смотрите, это легенда о капитане Бучере, а вот это мое письменное подтверждение инсценировки казни. Вот вещи, принадлежавшие Джошуа Ледбитеру. Стоп, кто такой Ледбитер? О, это очень серьезный человек. Тот, кто поймал самого Бучера. Народ запомнил его как человек в маске. Его убили сразу после казни Бучера. Акульим зубом по горлу. Вжик, и нет человека. Он, наверное, очень страдал при жизни. Видели бы вы его лицо под маской. Сплошное месиво. Так вот, у него была в кармане вот эта страничка из дневника. Должно быть, это рука Джессики Роуз. Жуткая история. Вы почитайте легенду, многое станет понятно. А вот это тот самый зуб, на нем выцарапаны инициалы СД. Что бы это значило, видите ли, тут даже пятна крови еще. Достаточно, мне нужно все внимательно прочитать и хорошенько подумать. А вы остаетесь меня пассажиром, ну или врачом, это уже как получится, до тех пор, пока я не разберусь со всем этим делом. Можете успокаиваться, Раймонд, у меня на борту вы в безопасности. Мы получили кучу всяких документов. Кстати, какая у него сабля? А, абордажный тесак. Понятно. Фух, какой суматошный выдался день. Столько новостей. А Бейкер-то действительно не глупый малый. Надо же такое придумать. Я всегда подозревал, что увлечение точными науками до добра не доводит. Интересно, что бы это мог возразить мой братец? Какие страсти, однако, царили в прошлом Эллен. Ее как отец Бучер оказывается жив. Вот что имел в виду Висельник, он знал про это все 20 лет. Значит, теперь этого несостоявшегося покойника зовут Лоуренс Белтроп, тот самый Белтроп из Порт-Рояля, хозяин Джекмана, интересно. Но что это мне все дает? Пожалуй, интерес представляет только долгота под кровожадными стежками Джессики. Руку даю на отсечение, если это не координаты того самого острова, где, если верить легенде, нашла свою смерть мать Эллен. Жаль, что широта неразборчива и скрыта под пятном крови. Жуткое должно быть местечко. Не стоит брать туда девушку, хотя я и обещал ей. Кто знает, что нас может ждать на этом острове. Зуб наверняка раньше принадлежал акуле. СД – это ведь Стивен Додсон. Пожалуй, наищу-ка нового главу братства на Исла Тессора. Надеюсь, он сможет что-нибудь прояснить. В частности, о маске и Джессике. Вот так вот. И нам дали еще два, так сказать, документа. Один – «Карибские хроники. Легенда о капитане Бучере». Другая – страница из дневника Джессики Роуз.
Ты помнишь тот первый коварный туман, и тело мое, что сводило с ума, и волосы рыжие цвета огня? Скажи мне, ну чем она лучше меня? Это первый отрывок, второй. И я больше не верю красивым словам, я душу за стон ее смертный продам, лишь угли дымят на руинах надежд, найдя ее сердце, мой верный Фламберж. Найди ее сердце, мой верный Фламберж. Я вижу мачту своего Нептуна, ему сильно досталось, но сегодня мне это только на руку. Скоро я увижу ее, эту маленькую шлюху, отнявшую у меня все. Ну, это просто, наверное, записка. А вторая, я спокойна, я абсолютно спокойна, да свершится месть. 12 апреля 1636 года, потом непонятная северная широта и 78 градусов 33 минуты западной долготы. Блин, я все время почему-то заговариваюсь, и такие красивые стихи запорол тоже. Вы уж простите меня, я не знаю, что со мной такое. И тут есть еще, кстати, записки о прошлом Бучере. Я думаю, может быть, прочитать их, конечно. Но тут очень уж много. Никто не знал, откуда появится в Карибском море этот бесстрашный жестокий пират. А те, кто знали, предпочитали молчать. Одни считали его исчадием ада, другие восхищались его отчаянной храбростью и везением, позволяющим уходить от любых погонь на своем фрегате с гордым названием «Нептун». Имя капитана Бучера гремело во всех тавернах архипелага. О его победах и захваченных призах ходили легенды. В бою Бучер не щадил ни своих, ни чужих. Но команда Нептуна постоянно поднималась за счет новых головорезов. Будто заговоренными были только сам капитан, квартирмейстер Якоб Джекман и боцман Генри Висельник, ходивший еще под флагом самого Томаса Белтропа. А также рыжеволосая красавица по имени Джессика, сопровождавшая капитана Бучера во всех набегах. Говорят, что это была дочь Оливера Роуза, богатого плантатора с Барбадоса. Но только мало ли что болтают. Была эта рыжая бестия до Бучера чем-то вроде талисмана, но вот однажды пришло капитану время влюбиться. И не в кого-нибудь, а в дочку знаменитого Николаса Шарпа, уж покойного к тому времени. Ну и решил Бучер избавиться от своей верной помощницы. То ли впрямь взял за нее огромный выкуп, то ли просто проводил во свояси. Да только никто с тех пор рыжую Джесс на его фрегате не видел. В юную красотку Беатрис Шар был влюблен каждый второй пират, побывавший на Исла-Тессора, и каждый первый ее боготворил и был готов отдать за нее жизнь. Короче, недостатков в завидных женихах у нее не было, а ее брату Блейзу было из кого выбирать. Чем ему не угодил Бучер, неизвестно, да только прибежала между ними какая-то черная крыса. Вот и пришлось Бучеру похитить Беатриса из-под самого носа у ее братца. А что ему оставалось делать? Правда, говорят, что некто Беатрис не похищал, а она сама сбежала с Бучера, втюрившись в красавца капитана по уши. Но тут уж каждый волен думать, как ему вздумается. Не мудрено, что при такой жизни врагов у Бучера было предостаточно. Но был среди них и самый заклятый враг, который преследовал его по пятам и не давал ему покоя. Носил этот странный человек английские военные мундиры, в любую жару не снимал с лица черной бархатной маски. Как его звали, на самом деле уже никто не помнит, все его до сих пор называют просто Маской. Как ни старался Маска, но заманить Бучера в ловушку ему не удавалось. Но однажды пришел к нему отвергнутая Джессика и сказала, что знает тайну Бучера. Есть на севере неприметный островок, на котором он устроил что-то вроде тайного склада, куда сваливал дорогие товары, которые не мог выгодно пристроить. И предложила Джессика Маске устроить там засаду с условием, что она сама будет в ней участвовать. Видимо, уже тогда эта ревнивица пообещала погубить свою соперницу, отомстить бывшему любовнику. Маска, понятное дело, обрадовался и согласился. Без Джессики ему самому ни в жизни не найти этот островок. Там их целая россыпь. Сказано, сделано. Засели они с сотней солдат на островке и стали ждать. Ждали недолго, а в ту пору случилось Бучеру вступить в неравный бой с испанцами. Потерял он много людей, фрегату его досталось основательно. Еле доплыли до острова, чтобы подлатать дыры и прийти в себя. Но не тут-то было. Набросились на них изо всех щелей, как тараканы красные мундиры, а впереди всех сама Джессика со своей страшной шпагой Фламбержем. Никто и глазом не успел моргнуть, как вонзила она бедной Беатрис под левую грудь волнистый клинок по самое рикосо.
И тут же сама пала рядом, убитая наповал капитаном. У Бучера не было ни шанса, людей его положили прямо на берегу. Правда, Джекман и Висельника среди них не нашли. Самого капитана повязали и повезли на Антигуа, а девушек наспех похоронили без причастия. Чужая могила примирила обеих. Хотите верьте, хотите нет, но рассказывают, что спустя много лет высадился в тех местах какой-то островок. Кто-то на какой-то островок набрать свежей воды, рыбаки решили заночевать. Боже. Так утром их нашли всех зарезанными. Раны были рваные, похожие на работу Фламбержа. Весь остров обыскали, но никого не нашли. С тех пор эти воды рыбаки стороной обходят. Да и пираты уж на то народ отчаянный. Также предпочитают на берег ночью не соваться, мало ли что. Казнили капитана Бучера в форте Сент-Джонса по приговору трибунала. Повесили беднягу, как обычного пирата. На том его история и закончилась. Не откажись он от своего рыжего талисмана, может быть, и конец у них был бы совсем другим. А Маска недолго радовался победе. На следующий день после казни его нашли у себя в комнате в луже крови с горлом, перерезанным акульим зубом. Убийцу так и не нашли, хотя многие верят, что это дело рук акулы Дотсона. Говорят, что он тоже на сестру своего друга заглядывался, так что повод для мести у него тогда был. Да и зуб акули он постоянно на груди таскает, только он ничего про тот случай не расскажет, уже проверяли, да и давно это было. Просто, наверное, это довольно-таки интересная история, я ее все-таки осилил дочитать до конца, и многое нам становится сразу понятно. Да, печальная история. Понятно теперь, кто такой Маска, кто его убил. Его убил, скорее всего, Джекман. Джекман же его и убил, так сказать. Подкинул потом этот зуб, как вы помните, чтобы доказать виновность Стивена Дотсона. Такая вот история. Ну что ж, теперь держим курс к акуле Дотсону и попробуем разъяснить еще какие-нибудь неразгаданные тайны и узнаем много чего нового, я надеюсь. Итак, нам нужно плыть на Исла Тесора. Что мне кажется примечательным, кстати, что в этой игре слишком много, так сказать, ну не слишком много, но довольно-таки много рыжих талисманов, так сказать. Вот это Беатрис, мать Эллен, рыжая. Джессика Роуз, которая была ее соперницей, так сказать. Ну, наоборот, конечно. Обе они рыжие. Мэри Каспер. Теперь уже, наверное, мой личный рыжий талисман. Целых три рыжих талисмана в этой игре. Видимо, те, кто придумывали квесты, какие-нибудь сценаристы, что ли, я не знаю, как их называют в среди игр. Ну, в фильмах это сценаристы, а вот, например, в играх я не знаю, как их зовут, но, в общем, видимо, у них любимый цвет волос это рыжий. Как-то так, наверное. Так, пираты, надо бы их как-то прогнать отсюда и быстренько пополнить запасы. Потому что у нас они заканчиваются, и это очень-очень-очень плохо. Да, осталось 2 дня, я заплыву лучше в Филипсбург, чтобы пополнить запасы, а потом уже отправиться снова искать дополнительные сведения о новые и интересные заметки, может, найдем. Ну, или что-то в этом роде. Так, ну что ж. Да, кстати, надо наше бы дело быть начеку. Докупить свечу одну оставшуюся, и все. И тогда можно уже будет не беспокоиться на этот счет. Так, ну что ж, что у тебя тут есть интересного? Да, у него есть 5 свечей, вот она, последняя свеча, которая нам нужна, и у нас их теперь целых 20 штук. Замечательно. Теперь можем о них не беспокоиться. Ладно, переходим в магазин. Да, вот мы пришли уже в магазин. Крестьянин, ремесленник или вельможа, как-то всякий мало найдет у меня товар по Ладно, вкусу. Что ж, все, что было, парусину к черту. Так, и переходим обратно и быстренько снова плывем дальше.
Хочу вам сказать, что уже от самого этого квеста осталось совсем чуть-чуть, ведь совсем скоро мы уже закончим этот интересный макроквест «Пиратская сага». Мы уже почти в конце. Осталось только доказать права на Исла Тессора, и все, пиратская сага закончена. Потом уже будем захватывать Тартугу, а дальше я еще не проходил. Поэтому мне будет вдвойне интересней делать прохождение дальше. Конечно же, останавливаться на пиратской саге я не собираюсь. Так, ладно, пришли уже почти. Вот он, Шарптаун. Сейчас посмотрим. Кстати, надо бы нанять этого Раймонда Бейкера. Хороший, кстати, боец с тяжелым оружием. Ну, понятно, наверное, палач, поэтому такой вот. Так, ну, такое ничего из себя не представляет. Вот защита, то есть он врач, вообще практически идеально. У него 95 защита. У меня для сравнения всего 47 и какие-то минусы. Ну, это от корабля, видимо. И вот у него максимальная защита. Корабельное умение. Скорее всего, у него даже открыты все корабельные способности по этому поводу. Да, он врач и спаситель жизни. И к тому же он... У него лояльность предана, и поэтому он никогда от вас не уйдет. Поэтому назначим его... Так, а где у меня врач был? А, Лангвей у меня был врачом, у него тоже защита нормальная, но все же у Бейкера защита лучше. Ну, Лангвей я даже не знаю, куда деть пока что. Кстати, у него есть какие-нибудь предметы? Ага, у него есть Саксон Фендер, стрелой пистоль, жилет Бритера. А не, ну чё... Сейчас, подождите. А, бумажный патрон, 4 всего. Ну ладно, поставим его тогда на абордажника. Чем просто так прохлаждаться. Эллен я больше не поставлю, а то ее слишком часто убивают в каких-то сражениях. Конечно, уже больше не будет сражений таких абордажных, но все же не хочется ее больше терять. Я ее хочу поберечь теперь. Я ее слишком много отправлял в абордаже, и ее уже раз два покалечили. Хочу попросить у нее прощения, и теперь я ее буду беречь до конца нашего квеста. Ну что ж, вот мы уже у акулы. Рад так. Тебя видеть, приятель. Чем я могу тебе помочь? Стивен, у меня к тебе есть разговор. Не знаю, насколько он будет тебе приятен, но мне так или иначе нужна твоя помощь. Ну конечно, чем смогу, тем помогу. Выкладывай, что там у тебя? Стив, смотри, вот акулий зуб. Только не говори мне, что видишь его впервые. Ха, тебя ничего не утаишь. Да, это мой зуб. Вернее, зуб белой акулы, которую я собственноручно убил, пытаясь понравиться одной красотке. С тех пор меня и зовут акулой. Мало кому это удалось сделать под водой при помощи простой сабли, но я был молод и глуп. А Беатрис Шарп была самой красивой девушкой на Карибах. Как он у тебя оказался? Мне отдал его бывший палач Сент-Джонса. Этим зубом зарезали одного человека. Его звали Джошуа Ледбитер. Да, это сделал я. Я был потрясен смертью Беатрис и полагал Ледбитера единственным оставшимся в живых виновником его смерти. Потом я прочитал его бумаги, которые прихватил с трупа. Что же, у него было право на месть. Сестра Блейза просто оказалась не в том месте, и вины маски в ее смерти нет. Ему нужна была не она, а Бучер. Я сожалею, что убил его. На самом деле все подстроила эта стерва Джессика. И ты сохранил эти бумаги? Что за глупости? Конечно нет, зачем они мне были нужны? Но если у тебя есть время, расскажу тебе, почему маска преследовала Бучера. Время есть, пойми мой интерес правильно. Это не праздное любопытство, я даже готов записать твой рассказ. Я знаю, ты напрасно время терять не станешь. Тогда слушай. Джошуа Ледбитер был английским военным капитаном и командовал ставшим впоследствии легендарным фрегатом «Нептун». Ну, час длится наш рассказ, который он нам рассказывает. Какими ветрами, дружище? Я добро помню. Рассказывай. Ледбитер же, однако, выжил и был подобран проходящим судном. Ранение обезобразило его, и отныне он появлялся на людях только в маске на пол лица. Так за ним укрепилось прозвище «Маска». Найти и покарать виновника всех своих бед стало для него естественным смыслом жизни. Так, я все записал. Думаю, что мне потребуется перечитать написанное, чтобы сопоставить с тем, что у меня уже имеется. Действительно грустная история. А ты видел эту Джессику?
А как же? Она сопровождала Бучера во всех его походах до тех пор, пока он не бросил ее, увлекшись Беатрис. Этого Джесс ему не простила. Ее считали талисманом капитана Бучера, поэтому, пока она была с ним, удача от Бучера не отвернулась ни разу. Хочешь верь, хочешь не верь, но только он ее сплавил домой на Барбадос, его дела стали идти все хуже и хуже, добыча стала хуже, а Нептун буквально прописался на верфи Исла-Тессора. Хотя это можно объяснить и тем, что Бучер проводил больше времени в каюте с Беатрис, нежели на шканцах. В отличие от Джессики, Беатрис не имела выраженной склонности к авантюрам и боевым похождениям, когда, хотя Николас обучил ее искусству кораблевождения и фехтованию. Конечно, романтика моря ее манила, но она не обладала достаточной жестокостью характера. У Бучера на Нептуне была Беа и была явно не на своем месте, это в итоге ее и погубило. А Джессика? Это была штучка еще та. Ее слушали все матросы на Нептуне, и не потому, что она была подругой капитана. Джесс мастерски владела шпагой и прекрасно управлялась кораблем. Школа Бучера не прошла даром. Нрав у нее был крутой и решительный, да и внешностью бог не обделил. Желающих разделить с ней постель было предостаточно, но она никого, кроме Бучера, и знать не хотела. А докучать ей было более чем рискованно. Многие познали это на своей шкуре в буквальном смысле, а для некоторых особ ретивых ее урок фехтования оказался последним в жизни. У Джесс была особенная шпага, единственная в своем роде на Карибах, уж не знаю, где она такую достала, шпага Фламберж. Ее нельзя схватить рукой за лезвие, и даже легкое прикосновение оставляет жуткую рану. Джесс была авантюристкой не по рождению, а по призванию. Кстати, если тебе нужно поподробнее узнать о Джессике, ты можешь спросить у нее об этом у одного очень хорошо знакомого тебе человека. Он может рассказать об этой стерве побольше, чем я. Вот как? И кто же этот человек? Ты будешь смеяться, это Ян Свенсон. Лесной дьявол, конечно же, не признается в этом, но то, что он имел в свое время виды на Джессику, это факт. Он уже тогда прибрал к рукам западный Мейн, и слава у него была «закачаешься», так что эта тигрица была вполне ему под стать. Когда Бучер вышвырнул Джесса со своего корабля, Ян подозрительно часто стал появляться на Барбадосе, и так часто, что вызвал немалое беспокойство английского гарнизона. Как ты уже знаешь, Джессика – дочь бриджатаунского плантатора. В общем, его планы на нее были хорошо известны в узких кругах, однако высказываться по этому поводу никто бы не рискнул. Это сейчас Ян в Блювельде Сиднем сидит, а тогда любое неосторожное слово в его адрес могло закончиться плачевно. Но в итоге у него с ней ничего так и не вышло, Джесс не смогла смириться с тем, как с ней обошелся Бучер, и спустя год, связавшись с Маской, таки отомстила ему. Это месть обернулась трагедией для всех, для Бучера, и для Беатрис, и для Маски, и для нее самой. Погибли все. Не все. Бучер жив. Что? Я не ослышался? Он жив? Да. Капитан Бучер не был казнен. Точнее, был. Но благодаря якобы Джекману и Генри Висельнику, которые запугали палача, остался жив. Казнь была инсценирована. У меня есть доказательства. Невероятно. И где же мясник сейчас? Он известен как Лоуренс Белтроп и живет себе спокойно в Порт-Ройале. Однако, похоже, с годами он не стал менее опасен. Джекман, наделавший в последние месяцы столько бед внутри Берегового Братства, действовал по его приказам. Черт побери, квартирмейстер нашел своего капитана через столько лет. Белтроп, говоришь, постой-ка. Теперь понятно, почему в бумагах Блейза оказался этот странный протокол допроса. Видать, Блейз тоже разузнал о Бучере Белтропе. Ты это сейчас о чем? Когда я занял эту резиденцию, я позволил себе дерзость покопаться в старых бумагах Блейза. Там я нашел протокол допроса некого Сэмюэля Брукса. Там достаточно подробно описано похождение Томаса Белтропа, в прошлом известного пирата и близкого друга самого Николаса Шарпа. Очевидно, он и был отцом Бучера. Интересно, значит, дети Белтропа и Шарпа продолжали дело своих родителей? Выходит так, скажи, дружище, а для чего тебе это вообще нужно копаться в прошлом уже давно умерших людей? Почему весь этот сыр-бор? Мне нужны бумаги, подтверждающие, что Эллен МакАртур – дочь Беатрис Шарп, внучка Николаса Шарпа, имеет право носить эту фамилию. То, что она может носить и фамилию Белтроп, в данном случае меня мало интересует. Насчет Эллен МакАртур ни в бумагах Ледбитера, ни в архивах Блейза ничего не было. Все-таки странно, что Беатрис ничего не сказал Блейзу о рождении племянницы, это на нее не похоже.
Ну послушай, может, в бумагах Шарпа было что-то еще относящееся к этой истории? Мне важна буквально каждая мелочь. Ну да, возможно, может быть и было. Судя по записям Блейза, он пытался разыскать остров, где погибла его сестра. Есть бумаги, являющие собой копии архивных документов, в которых упоминалась карательная экспедиция Ледбитера. Там все пустое, за исключением низких цифр, обозначающих географическую широту. Эта параллель пересекает Карибское море в его северной части. Долготы нету. Очевидно, поиски Блейза успехом не увенчались. Ты не представляешь, сколько на этой широте мелких островов. И что это за широта? Сейчас посмотрим. Так, вот, 21 градус 32 минуты северной широты. Не знаю, чем это тебе поможет. Поможет. Ладно, Стивен, огромное спасибо за откровенный рассказ. Еще увидимся. Да, эта история пошла опять же в документы, и я сейчас увижу 3,5 листа этой истории, видимо. Карибские хроники, человек в маске. Да, действительно дофигища. Я даже не знаю, читать, не читать. Ладно, давайте. 17 июня 1634 года фрегат Нептун Его Величества Карла II вышел из Глазго курсом на Бриджтаун. Кроме пассажиров, почты, оружия, боеприпасов для гарнизона острова капитана Нептуна Джошуа Ледбитер должен был доставить каторжников для плантации Барбадос. Военный фрегат не был оборудован для перевозки рабов, и несчастные узники, скованные общей цепью, томились в плохо проветриваемом и тесном отсеке трюма. Необходимость использования для конвоирования заключенных мощного военного корабля была вызвана важностью преступников, приговоренных к длительным срокам каторги. Все они так или иначе были замешаны в подготовке мятежа с целью свержения королевской власти. Среди них атлетической фигурой и дерзким взглядом выделялся молодой джентри по имени Лоуренс, чье поместье по королевскому приказу было разорено и спущено с молотка. Его отец в далеком прошлом корсар с острова Провиденс, а впоследствии крупный землевладелец, член английского парламента, не выдержал обрушившихся на семью невзгод и скоропостижно скончался. Эти обстоятельства во многом определили политические взгляды Лоуренса, примкнувшего к заговорщикам, среди которых было немало титулированных особ. Роль тюремщика тяготила капитана Ледбитера, но присутствие на борту юной пассажирки Джессики Роуз скрашивало монотонное плавание. Дочь известного плантатора Барбадоса совершенно очаровывала сурового капитана, несмотря на то, что это был первый рейс Ледбитера в Вест-Индию, 3 месяца перехода через Атлантику пролетели незаметно. На подходе к Антильским островам на рассвете фрегат был внезапно атакован пиратским барком, которому благодаря туману удалось подкрасться на расстояние абордажа. Нестройный бортовой залп орудий фрегата проделал в корпусе барка огромные дыры, но остановить внезапную атаку пиратов не смог. Она чуть было не увенчалась успехом, но благодаря четким командам капитана и выучке военных моряков, пиратов удалось остановить. Все могло закончиться для Ледбитера вполне благополучно, если бы не вырвавшиеся на палубу каторжане под предводительством Лоуренса. Их вмешательство предопределило исход боя. Выстрелом из картечницы Лоуренс тяжело ранил в лицо самого капитана. Видевшие это были уверены, что Ледбитер убит наповал. На фрегате началась паника, и через полчаса все было кончено. При дележе добычи между главарем пиратов и Лоуренсом возник спор из-за Джессики. Имевший какие-то старые счеты с семейкой Роуз, пират намеревался отдать ее на потеху команде, но Лоуренс настаивал на том, чтобы оставить ее для выкупа. Спор завершился поединком. Первым же выпадом Лоуренс, обучавшийся у лучших фехтовальщиков Лондона, убил своего противника, разрубив ему грудь ударом палаша. Объединенная команда пиратов единодушно избрала Лоуренса своим новым капитаном. Тонущий барк решено было оставить. Трупы и послуживых матросов фрегата отправили за борт. Среди них оказался теперь уже бывший капитан фрегата. Несмотря на страшные раны, изливающие глаза кровь, Ледбитер, вцепившийся в обломок шлюпки, хорошо разглядел удаляющуюся корму своего корабля и прижимающуюся к Лоуренсу девушку, которую он в мечтах не раз представлял своей невестой. С легкой руки нового квартирмейстера Нептуна якобы Джекмана, его капитан за хладнокровную жестокость, проявленную в бою, получил прозвище «Бучер». Очень скоро это имя зазвучит от Кубы до Барбадоса.
Эдбитер, хранимый судьбой, выжил и был подобран в беспамятстве. Ранение обезобразило его, и отныне он не мог появляться на людях только в маске на пол лица и парике. Найти и покарать виновников своих бед стало для Джошуа единственным смыслом в жизни. Вот такая вот история человека в маске Джошуа Ледбитера. Теперь понятно, почему он хотел отомстить Бучеру. И все встает на свои места. Очень занимательная правда жизни. Как хорошо иметь много друзей. Прав был мой братец. Все решают связи и знакомства. Теперь мне известна и широта. Я буквально за неделю сделал то, чего не смог сделать Блейз Шарп за 20 лет. Нашел координаты острова, где погибла Беатрис. Дело за малым – отыскать могилу матери Эллен. Возможно, что в спешке ее труп не обыскивали, и я смогу найти что-нибудь, что устроит адвоката. Как бы это ни было неприятно, но придется заделаться расхитителем гробниц. Впрочем, можно надолго отклониться от курса и заглянуть к Свенсону. Дополнительная информация об убийстве Беатрис, Джессики лишней не будет. И поэтому это хороший вариант сплавать к нашему Яну Свенсону. Я настоятельно рекомендую вам заглянуть к нему. Ну, конечно, этого можно не делать, если вас время поджидает. Но у меня еще 2 месяца целых, так что я могу себе это позволить. Мы оттуда узнаем много чего интересного, и это повлияет на некую последовательность событий, которая произойдет дальше. И о ней вы все равно все узнаете, я вам расскажу об этом в своем прохождении. Мы это увидим своими глазами. Поэтому решайте сами. Мои товары самые лучшие. Так, Паскаль Вуазье. К вашим услугам. О, блин, даже провианта мало нет. Печально. Ладно, тут все нам больше ничего не нужно. Кстати, я как только-только вот заметил некую штуку. У нас, наверное, самая разношерстная команда. Ну, 3 абордажника, я имею в виду их. То есть у нас есть китаец, азиат, индеец, чистокровный и негр. Возможно, с Африки или откуда-то еще. Да, такая разнонациональная команда. Такие у меня абордажники разных национальностей. Что очень даже интересно. Так, ну что ж, держим курс к Яну Свенсону. Сохраняемся. Надеюсь, мы успеем за 15 дней доплыть. Ну, ветер же как обычно. Я уже даже устал об этом говорить. Все-таки, да, далековато плыть. Нет, с таким ветром это даже за 30 дней не доплывешь, по-моему. Ну, блин, еще пираты какие-то. Да, это действительно много плыть. Ладно, встретимся уже в Блювильде, потому что тут реально уже... Ну, видите, блин, это очень долго будет, а я хочу поскорее пройти вот этот этап. Потому что плыть 10 минут смысла нет. В общем, увидимся скоро. Ну вот, я прибыл в дом Яна Свенсона в поселении Блювельд. И поэтому давайте же поднимемся на 2-й этаж, чтобы увидеться с самим лесным дьяволом. Ну... Чем порадуешь, дружище? Добрый день, Шарль, что новенького? Ян, я бы хотел поговорить с тобой по одному вопросу. Я тут копался в прошлом матери Эллен, Беатрис, и неожиданно нашел кое-кого, что хорошо известно тебе. Ну, мне так сказали. Вот как? Очень интересно. Хорошо, спрашивай. О ком ты хотел поговорить? Об одной девушке, ее звали Джессика Роуз. Это тебе наш новый глава братства рассказал про нее? И он тоже, но я узнал про нее от Бейкера, бывшего палача Сент-Джонса, того самого, кто казнил капитана Бучера. Понятно. Эх, прошло уже больше 20 лет с того момента, когда я последний раз увидел Джессику. Что ты о ней знаешь? Ну, мне известна история, как она попала к капитану Бучера, как вместе они пиратствовали. Знаю, что он бросил ее из-за Беатрис, и она отомстила и ему, и ей, объединившись с неким Джошуа Ледбитером или Маской. Также знаю, что ты, Ян, уж извини за нескромность, интересовался Джессикой.
Поэтому, собственно, я и пришел к тебе. Джессика – важная фигура в моих розысках. Именно она убила Беатрис Шарп, как я понял, из ревности. Да, тебе известно многое. И я действительно ухлёстывал за свое время за Джесс, но в этом нет ничего удивительного. Тогда все пираты Исла Тессора делились на две части. На тех, кто сох по Беатрис, и тех, кто заглядывался на Джессику. Я хорошо помню ее. Она была красива, очень красива. Чем порадуешь, дружище? Вот такая. А что до того, что именно Джесс убила Беатрис? Вполне вероятно. После того, как Бучер выдворил ее с Нептуна, она только и жила мыслями о мести ему и Беа. Кстати, ты знаешь, как Бучер избавился от Джессики? Нет. То ли просто высадил на Барбадосе, то ли сдал за выкуп. Второе. И этим он унизил ее до крайности. Он просто запер ее в каюте, привез к Барбадосу, вступил в переговоры с Оливером Роузом, ее отцом, и фактически продал ее за кучку дублонов. И все это после того, что она для него сделала. Мне казалось, что Бучер спас Джесс от бесчестия, когда-то пираты захватывали Нептун Джошуа Ледбитера. Это тоже верно, но она отплатила ему за это сполна. Джессика не раз спасала никчемную жизнь этого негодяя, вытаскивая из передряг, в которую тот регулярно попадал благодаря буйству и неукротимости нрава. Собственно, именно благодаря ей он и получил славу удачливого пирата. Да-да, рыжий талисман. Я об этом слышал. Говорят, что после того, как Бучер выгнал Джесс, удача покинула его. Да, это неудивительно. Без Джессики он стал обычным морским разбойником, хоть и отчаянно смелым. Но рядом не стало того, кто помогал ему планировать все его дерзкие операции, иначе клинок можно было бы положиться в критический момент. Беатрис, конечно же, тоже не была пай-девочкой, но равняться с Джесс она даже близко не могла. Очарование Беа заключалось совсем в другом. Она совершила ошибку, связавшись с Бучером. Где-то я уже это слышал. Так считали все пираты, не исключая Блейза Шарпа и ее брата. Он терпеть не мог Бучера. Но вернемся к Джессике. Пока она была на Нептуне, я даже и не думал о ней. Это не имело смысла. Она не променяла бы своего капитана на кого бы другого. Но когда Бучер вышвырнул ее, да еще так подло, я прибыл на Барбадос и поближе сошелся с Джесс. Жилось ей не очень радостно. Она любила море и опасные приключения. И сонная колониальная жизнь тяготила ее. Кроме того, за время нахождения на Нептуне она стала известной фигурой на Карибах. А жители Бриджтауна не без оснований считали дочь плантатора соучастницей преступления пирата Бучера. Ну, доказательств у них не было. Не было, но и знаться с ней тоже никто не хотел. Ей ее все сторонились, словно прокаженную, несмотря на ее положение в Бриджтауне. Я был, наверное, единственным человеком на Барбадосе, кто проводил с Джессикой больше получаса времени подряд. Я предлагал ей уехать со мной на западный Мейн и начать новую жизнь. Причем ту, о которой она и мечтала. Море, корабли, походы, авантюры. Я тогда уже вовсю развернулся в Блювельде и мог предложить ей в 100 крат больше, чем этот прохвост Бучер. Но Джесс была очень обижена, очень. Она не простила Бучеру предательства и того, как он с ней обошелся. Да, и думаю, она продолжала любить его. Мечты о мести заполнили ее сознание, и как я ни старался, я не смог уговорить ее забыть о прошлом. Да, не позавидуешь, жаль ее. Мне тоже было ее жаль, а потом она увлеклась какими-то индейскими культами и обрядами. Это произошло после того, как на соседнюю плантацию привезли из глубин джунглей Юкатана плененного индейского колдуна. Джессика выкупила его и поселила на своей плантации в отдельном доме. Она проводила с ним очень много времени. Как она объясняла, ей интересны магические обряды индейцев. Это вызвало беспокойство многих жителей Бриджтауна, в особенности местного пастора. Он, кстати, был один из немногих, кто хорошо относился к Джессике. Священник неоднократно проводил с ней беседы, уговаривал избавиться от колдуна, грозил опасностями и возможными преследованиями инквизиции, но запугать Джесс – это то же самое, что заставить реку повернуть вспять. Однажды ночью неизвестные проникли в дом колдуна и убили его. Этой же ночью двое молодчиков напали на Джессику, в ее же спальне проникнули через окно, но это кончилось для них плачевно. Никто в Бриджтауне не знал, как виртуозно Джесс владеет своим фламбержем. Она буквально порезала их на бифштексы.
Да уж, отчаянная амазонка. После того ее стал бояться весь город, а потом появилась Маска, и они быстро нашли друг друга. Согласно записям, Маска это Джошуа Ледбитер, бывший капитан Нептуна. Да, об этом я узнал уже потом. Через неделю после прибытия Маски Джессика собралась в дорогу, попрощалась со мной, поднялась на борт военного фрегата и отбыла в неизвестном направлении. Из этого путешествия она не вернулась. Как не вернулась и Беатрис на Исла Тесора. И спустя короткое время Бучер был повешен в Сент-Джонсе и достал ее туда никто иной, как Маска. Но и его ждала печальная участь. Он пережил Бучера всего на один день. Да, это наш Стивен Додсон постарался. Да, так говорили. Он мстил за Беатрис, но на этом и заканчивается история Джессики. Она погибла где-то на необитаемом острове в схватке с пиратами Бучера. Где это место никому не ведомо. Бучер жив. Джекман Висельник тоже. Вот тут ты не прав, Ян. А, Бучер мертв, блин, простите. Вот тут ты не прав, Ян. Бучер жив. Не может быть, его ж повесили. Прочти показания Раймонда Бейкера. Это лучше любого рассказа. Ну, покажи-ка. Невероятно. Получается, что казнь просто инсценировали? Ловко, да. Но это еще не все. Ты знаешь Бучера? Ты просто не знаешь, что это он. Да, и кто он? Лоуренс Белтроп из Порт-Ройля. Хозяин рудника и та самая таинственная тень, стоявшая за Джекманом. Это тоже мне поведал Бейкер. Я узнал это от Маски. А, и узнал это он от Маски. Карамба! Так вот, выходит, кто организовал все это. Ну, хорошо. Мы еще доберемся до Бучера. Я подумаю, как прищучить этого негодяя. Хотя это будет непросто. Он под надежной защитой английских властей. Придет и его время, Ян. Он отправится вслед за своим боцманом и квартирмейстером. Ладно, спасибо за рассказ. Мне пора в путь. Куда ты сейчас направляешься? На один остров. Думаю, это то самое место, где погибли Джесс и Беатрис. И где Маска схватил Бучера Белтропа. Мне нужны доказательства принадлежности Эллен к фамилии Шарп, и я надеюсь разыскать их там. Понятно. Ладно, Шарль, желаю удачи. Когда вернешься, расскажешь, что... Обязательно до встречи, Ян. Вот такая вот печальная история бедного Яна Свенсона, который никак не мог помочь Джессике забыть свое прошлое. Я не сомневаюсь, что он любил ее. И это печально, что она все-таки так думала о месте. Хотя тут такой двоякий вопрос. Кто бы на ее месте не думал о месте? Да, печально и одновременно очень интересно. Так, ну для начала давайте зайдем в магазин тогда уж. Будем искать этот остров. Крестьянин, ремесленник или вельможа, всякий найдет у меня товар по вкусу. Будем искать этот остров. Там будет сложная битва. Сразу говорю, готовьтесь к сражению. Очень тяжелому. И очень-очень просто. Наверное, на нем запарываются большинство игроков этой игры. Хотя, ну, может быть, не на нем. Но на первых началах только на нем и происходят обычно все сложности. В общем, я хочу купить Тартан. Ну, Баркас. Чтобы у меня не было минусов. И на нее я посажу Лангвея, наверное. Пусть он будет баркасом. То есть на фрегат он пересядет, а я уже буду заниматься баркасом. Но это уже потом. Я его, так сказать, возьму на прицеп. И потащим за собой. Опять много кораблей в гавани стоит. Так, отойди отсюда. Да. Ну, что нам написали, кстати, в журнале? Интересно. А, ничего такого и не написали, кстати. Ладно, отправляемся, что ж. Теперь нам все известно, абсолютно вся история этих взаимоотношений между Бучером, между Джессикой, между Беатрис, между Шарпом и Акулой Додсоном, также Яном Свенсоном, который каким-то невообразимым образом тут оказался примешан, и также, конечно же, Эллен МакАртур, прямой потомкой, которая является прямым потомком Блейза Шарпа и дочерью Беатрис Шарп. Так.
А, блин, не Блейза Шарпа потомком, а Николаса Шарпа. Блейз, это ее дядя, я так понял. Да. Ой, блин, какой выкинуть, да. Что-то я немного подустал. Ладно, давайте закончим эту серию тогда поскорее. Так, надо людей ему отдать. Десятка, думаю, подойдет. А, лекарства. Ну и оружие отдадим на всякий случай. Ну все, ему больше ничего и не нужно. Так, тогда сохраняемся и отправляемся на остров. Так, какие там координаты были для начала? Я помню примерно, где этот находится остров. Сейчас посмотрим. Так, это было, по-моему, в документах. Да, 78 градусов 33 минуты западной долготы. Северную широту здесь нигде не написано в журнале. Я так посмотрел, пока плыл. Чтобы узнать эту северную широту, нужно записать ее после разговора с акулой Дотсона. То есть в самом Шарптауне, когда вы разговаривали, нужно было записать эту широту, да, северную широту на листок бумаги. Или просто запомнить. Так она нигде в игре не обозначается. Поэтому это очень важно. Ну я попробую как-нибудь наугад найти. Я примерно помню, где она находится. В принципе. Опять какие-то пираты. Постоянно. Кто это такие вообще? Так, блин. Да черт, как же они меня бесят уже, ну ё, даже нельзя выполнить задание какое-нибудь, просто без происшествий каких-то. Так. Так, сам остров находится вот между Кайманом и Кубой. Так, какие-то каперы, блин, да чё вам с вами нужно-то мне? Да хрен с вами, блин, какой-то люгер очередной, да, ну Шичибека, блин, большое различие, не трогай моего Лангвея. Ну ничего, во время фриплея я отделаюсь на этих испанцах, отделаюсь на этих пиратах, буду просто казнить каждого капитана, который будет мне попадаться, вот этих каперов всех буду, блин, просто сжигать вместе с кораблем на палубах. Ну, в общем, я им отомщу, как я обычно развлекаюсь в данной игре. Это единственное место, где можно выместить, наверное, всю злость, которая накапливается. Буду, блин, отлавливать всяких пленников, сразу же казнить их прямо в трюме корабля своего. Плевать на репутацию, плевать на последствия. Главное, отомстить за свои эти потрепанные нервы во время игры и во время прохождения основной пиратской саги. Ну и бесят они меня. Так, ну давайте подберем тогда вот это, все, что разбросано, это нам может пригодиться как-нибудь. Да, хотя мы вряд ли это сможем сделать. Ваниль, кстати, дефицитный товар, который просто так нигде не продается. Так, ну, кстати, свечи можно и отсюда взять, на самом-то деле. Я и не думал о таком выходе. О, бакаут, 98 центнеров. Это, правда, очень мало, но все же, по-моему, 12 это. Ну, или 13. Так, ладно, все уже. Вроде все подняли, теперь отправляемся дальше. Как и сказал, остров находится между Кайманом и Кубой. Кубой. Между этими двумя островами, где-то примерно посередине. Нам нужно взять эту долготу. Сейчас я еще раз посмотрю, то я забываю постоянно. 78 градусов, 33. То есть сейчас будем смотреть. А, точно, точно. Это, блин, надо активировать эту штуку. Ну ладно. Раз уж я не записал северную широту, тогда придется хронометр активировать. Ладно, ладно. Что поделаешь. 78 и 33 нам надо найти. Так, 79. Вот почти где-то здесь. Вот она. Вот так. Вот она, по-моему, тут где-то. Либо вот чуть ближе. То есть сейчас посмотрим. Вот он, этот остров, как я вам и сказал. Он находится именно здесь. Сейчас я еще раз выйду на карту, и вы увидите эти рифы.
Ну, точнее, место, куда надо приплыть. Блин, эти облака дурацкие. Так. Вот тут находится место. Остров никуда не исчезает. Выходите на карту и причаливайте. Ладно, так, сохраняемся. Ну, а теперь же надо взять необходимое. Все, что нам пригодится для сложного сражения. Ну, вообще, я все это уже взял изначально. Но не помешает проверить все снова. Итак, что нам пригодится? Морская сабля однозначно. Мое основное оружие. Так, это что за амулет? Нет, он нам не нужен. Это явно выкинуть. Берем побольше лечилок. Всегда встречался с мнениями тех людей, которые обычно не брали их. Или просто не запасались ничем. И это очень большая-большая ошибка. Поэтому стоит заблаговременно запастись всем необходимым. Так, ну, вообще у меня надо посмотреть на эти талисманы, что они дают. Так, корабельное обучение, абордажное, нет. Не то. Так. Ага. Вероятность поражения, пробивающий удар, энергию персонажа. В принципе, можно вот этот горбун взять. Сейчас посмотрим, что еще. Вероятность обмана нет. Нет. Ну, больше ничего нельзя не взять. Возьмите, кстати, горбун. Он вам очень сильно пригодится и, возможно, спасет вам жизнь. Так что мы его экипируем. Вот они, 70 дней, которые нам даны на данную операцию, так сказать. Но это все шутки. Так, экипируем тогда нашу морскую саблю. Она уже поразила много квестовых персонажей и много всяких противников. Поэтому она сослужит верной нам службой и в этот раз. Итак, теперь выходим на карту, в море. И обмениваемся кораблями для того, чтобы избежать минусов. Отдаем Лангве наш корабль и, наверное, причаливаем. Ну вот он, риф скелета запад, риф скелета восток. Без разницы, куда причаливать. Главное остаться на месте. Спустить ему паруса и сохранимся. И теперь причаливаем. Внимание, после этого, по-моему, нельзя обратно возвращаться, так что аккуратней. Таинственный остров. Вот она такая звучит, музыка устрашающая. Возможно, вы ее слышите. Какие-то звуки странные. Действительно, мрачный остров. И теперь нам нужно подойти, по-моему, к могиле. Появится новая запись в своем журнале. И мы можем заглянуть в журнал. Какие-то скелеты лежат. Интересный все-таки остров. Вот он, кстати, скелет какой-то валяется. Между прочим. Уже настораживает, что валяется скелет. В принципе, вы можете провести разведку данного острова. Может быть, вы найдете что-то интересное. Потому что именно здесь будет происходить сражение. Очень-очень сложное. Кстати, вот еще скелет. Какие-то крики. Возможно, это все мерещится, возможно, нет. Итак, тени прошлого. Вот я и прибыл на риф по указанным координатам. Очень не нравится мне здесь, хотя внешне ничего угрожающего нету. Очевидно, здесь даже раньше кто-то жил. Развалин небольшого дома и висячий мост свидетельствуют о прежней обитаемости этого островка. Однако ума не приложу, кто бы согласился жить в этом месте. Я обнаружил старую могилу, однако ничего раскапывать мне не придется. Кто-то уже сделал это за меня, причем давно. Могила разрыта, у нее стоит гроб с останками и больше ничего. Ни бумаг, ни даже маленького колечка или нательного крестика.
Кажется, путешествие сюда было напрасным, однако мое шестое чувство, которому я уже привык доверять, доказывает мне, что именно на этом пустынном рифе и кроется ключ к доказательству происхождения Эля. За что непродолжительное время, что я пребывал на острове, мною овладел целый комплекс странных ощущений. Основное – это жуткий животный страх. Если бы мне необходимость продолжить поиски, я бы уже бежал прочь из этого места. Из разрытой могилы, несмотря на настоящую жару, веет леденящее тело и душу холод. Чувство неотвратимой угрозы словно давлеет над этим островком. Валяющиеся то тут, то там истлевшие скелеты не добавляют в картину оптимизма. К тому же я не могу отделаться от впечатления, что за мной неотступно наблюдает кто-то невидимый. Я совершенно точно уверен в том, что я здесь не один. Поэтому сохраняемся, и нам нужно переночевать на этом острове. То есть дождаться ночи. Так, ну ровно 12 часов примерно. Давайте ждем 12 ночи. И нас ждут. Да. Снова сохраняемся. Сейчас надо еще кое-что. А, уже хрен что сделал. Ладно. И вот мы видим какой-то силуэт, который находится в конце. Ну, то есть виднеется. Это Джессика Роуз. Она восстала из мертвых, и нам необходимо ее убить снова. Ты привел ее сюда, она его плоть и кровь, она ее плоть и кровь. Дочь проклятой шлюхи явилась на могилу своей матери. Она умрет, и ты не сможешь помешать этому. Не стой на пути Джессики, да свершится месть. И теперь нам надо ее убить. Да, она непростая, и это будет очень сложно. Я буду поменьше болтать во время боя, потому что это очень сложно играть и болтать одновременно. Да, она будет исчезать и появляться, она также будет давать нам различные минусы, но вы увидите об этом немного позже. А сейчас я подожду, пока наберется энергия. Бой будет очень сложным, и вы это увидите. Так, теперь направляемся туда, где светится вот такой фиолетовый свет, и именно туда подходим. Воздух, вода, земля и огонь, призываю вас к себе на помощь. Да поднимутся мертвецы, обнажат сабли, да взвыются над твердью языки пламени, да встанет вода на страже у моста, да подхватит тебя ветер и на крылья свои, да притянет тебя земля хваткой тяжести. Получай. И теперь же мы не должны делать никаких лишних вещей, и нам нужно будет сражаться со скелетами. Не наступать в эти огни и не подходить к висячему мосту. Скелеты довольно-таки сложные, и у нас отняли способность к бегу, что очень сложно будет давать нам. Скелетов реально много, конечно. Ого, меня даже уже грохнули. Отлично. Да уж. Бой будет нелегким. Ну, я все сказал, все, что надо. Теперь же я буду, наверное, молча исполнять свой долг. Так, куда-то я зашел, не туда. Да, непросто. Хотя нет, я загружусь вот сюда лучше, потому что у меня стоит по умолчанию имбирный корень, но он слишком мало добавляет здоровья. Поэтому выберем микстуру. Блин, а давайте лечебную эссенцию. Потом посмотрим, что будет. 12 часов, отлично. Да свершится месть. Ага. Ну чё ж, первый этап пройден. Ну, он самый легкий, видимо. Так, теперь главное попасть там, где будет меньше скелетов. Ну, меня, похоже, обратно выкинуло. Так.
Так, ну и чё? Чё за... О, классно, мы даже не упали. Да блин. На огонь, да, действительно нельзя наступать. Все, меня убили, да, понятно. Что ж, давайте тогда загрузимся, что ли. Хотя смысл вытаскивать шпагу на самом деле. Залезть бы сюда, блин. Так, вот, отлично. Блин, гад. Блин, по два залезли, все, я умер. Да. Может, на медленной скорости, конечно. Так, давайте на медленной скорости все-таки. Да, он намного сложнее бой оказался. Когда первый раз проходил, было не так сложно. На самом деле-то. Тебе не одолеть. Так. Ну давай, Шарль. Так, давай. Главное пролезть сюда. Блин. Ни хера не видно отсюда. Блин, она... Да, надо побольше зелья. Чё у меня здоровье-то так медленно восстанавливается на самом деле? Так, ну что ж, один этот умер. Чувачок-то, у этого закончилась энергия. Так, восстанавливаем здоровье, потому что оно у нас реально отбито теперь. Да, не буду лучше размахиваться. Все удары, когда медленная скорость, это не очень легко играть, кстати. Блин. Так, yes. Парировал. Блин. Так, блин, даже зелья закончились, что ли? Блин, меня убили на самом интересном, ладно. Ха, конечно, да. Сколько у меня вообще зелий в этом, в инвентаре? Предметы, так. 23 зелья, а что, 23 зелья выпил? Нихера себе, я тут пью. Да уж. Ладно, давайте еще раз тогда попробуем. Так. Ну вот это больше восстанавливает. Эликсир, да, он намного больше восстанавливает. Так что будем эликсиром лучше. Да, йо, давай. Шарль. Запрыгиваю эту лачугу. Блин.
Так, 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 отлично. Ух ты ж, ё, 322 жизни, это много. Блин, прям по лицу попал на. Так, надо вылазить однозначно. Иначе нас тут закосят сразу. 10 здоровья одним выстрелом. Издеваетесь. Ну, уже получше ситуация даже. Четыре здоровья осталось. Ладно, давай, чувак. Так, думаю, там еще два и один недобитый почти. О, классный удар, 57. На, сейчас я тебя отомщу, короче. Так, ну чё, так, двое осталось скелета. Да, в этот раз мне намного... Да, повезло, блин, почему он не реагирует сразу же? Давай. Yes, Шарль, молодец. Да ты задолбал уже размахиваться, ты чё? Чувак, ты бей лучше обычными ударами, ты меня так скорее завалишь. Нет, он же кретин на самом деле. Вот такими ударами меня лучше отнимает. Ладно, надеюсь, ты на том свете поймешь, какими ударами лучше драться. Ну давай. Прощай. Так. Я думаю, теперь можно восстановить здоровье и... Да, у меня противоядие есть. Блин, там еще кто-то. Черт, я про Джессику забыл, блин. Ай, сорян. Придется и с ней завалиться. Блин, она-то посложнее будет. И что, она пробивает, что ли, мои удары? То есть мои финты? Иди сюда, Джессика. Ну да, бессмысленно я пистолетом, конечно, луцпать. Блин. Надеюсь, он меня не убьет с одного раза, блин. На, получай. А, нет, она все-таки не реагирует на мои финты. Так, замечательно. Теперь у нас есть немного времени, чтобы восстановить здоровье и обыскать скелетонов. Даже в такие трудные ситуации я люблю обыскивать труп. Главное не наступать на эти огоньки, они реально вырубают все здоровье, которое только есть. Практически. Так, давайте восстановим наше здоровье немного. И перезарядимся, восстановимся сами. Это полезно. Так, ну и сохранимся, конечно же, чтобы не начинать заново по 10 раз. В этот раз нам повезло, почему-то скелеты не такие агрессивные были. Нет, не рискну проходить здесь. Мне это не надо, лучше я обойду. И идем обратно за фиолетовым свечением. Так будет 3 раза, по-моему, если не 4. И нам придется много раз, возможно, загружаться. Ну что ж, давай, Джессика. Покажи, на что ты еще способна. Ага. Резерв встанет из могилы, да пойдет в атаку, да вспыхнет пламя над скалой, да подхватит тебя ветер плащом своим, и да поглотит земля твои силы хваткой слабости. Получай. И теперь она у нас отняла все умения в оружие. Умения в оружие снизились на 30 единиц, нас вытянуло на самую середину. Что, блин?
что реально действительно плохо. Ай, блин, опять на этот огонек наступил, похоже. Так, и надо куда-нибудь отойти на край, чтобы их опять же по одному убивать. Блин, оттуда тоже скелет бежит, это хреново. Так, я не туда. Да, у нас теперь умение вообще просто ужас. Ужасное умение. Ну вот это, в принципе, замечательное место, кстати, если они, конечно, не прорвутся наружу. 10, да, это вообще бесполезно стрелять. Да почему они не реагируют никак на мои удары? Так, мы получили травление. Блин, реально много отнял чувак нам. Кретины, блин. Ну теперь-то он не будет размахиваться, слава богу. Ну, 32, это за хороший урон, в принципе. Блин, почему они мои атаки прерывают, а я их не могу? Так, блин, третий скелет заполз. Смешно. Так, понятно. Ну, давай, надеюсь, ты умрешь. Блин, 40 жизней еще било. Так, отлично. Урона, да. Ладно, ну по чуть-чуть мы их убьем все, и это в этом я не сомневаюсь. Хорошо, что у нас хотя бы энергии много, достаточно. Блин, у меня что, отравление опять? Надо бы этого залуцпать, а то если мы это убьем, присоединится второй с полной энергией, а так лучше этого добить. Вот этого. А потом их двоих сразу уложить, и мы будем один на один. Это такая замечательная тактика, которой я обычно всегда придерживаюсь. Так, надо чуть отойти. Ну что, пацаны? Блин, убил. Это хреново. Так, и это убили, хорошо. Отличненько. О, 64, отлично, мне это нравится. Так.
На, получай, гнида. Ну, это, видимо, команда, кстати. Я подумал, команда, бывшая команда Бучера. То есть все те люди, которые погибли здесь. Я думаю, даже англичане, которые тут были вместе с Маской. Я... Фух, он не отнял мне всю жизнь, всю. Спасибо тебе на этом. Так, теперь же Роуз. Получаю пулю в лоб. 490 жизней, это вообще застрелиться. Да, классно. Фу-фу-фу, да. Может побыстрее чуть сделать. Я, в принципе, с ней на такой скорости могу справиться. Ну вот, вы видите, посмотрите, как она быстро бьет, конечно. К тому же у нее, по-моему, легкое оружие. Вообще замечательно. Таким пистолетом и 74 отнять, это, конечно, замечательный урон. Так, ну что же, у нее чуть-чуть осталось совсем. На один удар ее сейчас. Да получи ты уже, блин. Так, все. Господи. Так, сохраняемся теперь. Теперь сохраняемся, так, сохраняемся, так, и обыскиваем скелетонов без, возможно, у них лечилки будут, конечно, хотя я сомневаюсь, но лишний лут никогда не помешает. Кстати, теперь горит дом, и поэтому теперь туда не забраться, и опять же придется, видимо, драться, так сказать, на всей этой территории. Ну, благо я нашел два места уже, где достаточно узко. Так, ждем еще, чтобы пули восстановились, зарядились. Хотя можно, кстати, другое оружие одеть. Вот мы можем посмотреть, кстати, сколько нам отняли. Вот, смотрите, по минус 30 в каждое из умений, так. То есть у меня сейчас сабли-тесаки стали 61, рапиры 4, палаши-топоры 29. И сейчас нам Джессика отнимет энергию. У нас сейчас 136, и она, в принципе, отнимет, наверное, 30-40, не знаю. Так, сохраняемся теперь и идем обратно к Джессике, где она находится. Ну, чувиха, где ты? Так, что ты, а где ты вообще? Не понял. Блин. Ну, по идее, она там должна стоять, но где она? Эй, давайте загрузимся, конечно. Видимо, что-то не сработало, какой-то скрипт заглючил. И чё, а где ты? А, может быть, она в другом месте? Что-то почему-то, почему я там подумал? Видимо, два огонька. Куда идти? Ау! Блин, а куда идти-то? Действительно. Может, через реку, конечно. Хотя вряд ли. Здесь очень опасно идти. Нельзя по мосту ходить. По идее. Да, вот видите. Странно. Странное дело. А куда она делась-то? И куда нам идти? Возможно, она за домом где-то. Но тут ничего тоже нет. Ничего. Так, тут что-то горит. О, Монгороса, клево, Монгороса, блин. Где ты, Джессика? Ау. Блин, вот такую хорошую игру она мне запорола. Ты где, Джессика? Нет, ну действительно, куда она делась-то? Не могла же она просто так пропасть. Видимо, повисла наша игра. Да.
хреново, я уже почти ее прошел. Ну сейчас, если не найдем, я не знаю, тогда уже в следующей серии придется ее добить. Ну просто не вижу, где она вообще. Ну там ее точно нет, видимо. А тут, тут, блин. Что за хрень? Да, видимо, это реальный глюк. Ну, по крайней мере, я уже обошел третий раз, все, ее нигде нету. Ну, где она может быть? Тут она вряд ли будет. Да. Ну, я ее не вижу, по крайней мере, блин. Что за дебилизм? Ау-у-у. Где? Ладно, придется на этом закончить. Я ее нигде не вижу. Посмотрите сами. Нету ее нигде. Она должна, по идее, где-то стоять. Но я ее нигде не вижу. Ладно, мне придется переигрывать. Ну, а продолжение этого боя, а может быть, я его сначала проиграю, вы увидите уже в следующей серии. Придется вот, конечно, закончить на этом. Я хотел доиграть, конечно, но я что-то уже подустал немного. Да и переигрывать что-то не хочется сейчас, в данный момент. Ладно, всем до скорой встречи. С вами был Фонтен. Кому нравятся эти видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну а с вами был Фонтен. Всем пока.